Иван Петрович, можно? Я по личному вопросу. Анечка, конечно. Ты очень вовремя. Ну, Анюта, поздравляю. Акционеры твою кандидатуру мне на замену одобрили. Так что принимай хозяйство. Как неожиданно. Ничего не слышно, тихо разговаривают. Да я тебе говорю, ее назначь. Я не думала, что это так скоро решится. А чего тянуть? Мне на пенсию давно пора. Хочется, знаешь, успеть пожить в свое удовольствие. Приглашать человека со стороны смысла не имеет никакого. А ты у нас, барышня, ответственная. Все считают, что лучше кандидатуры не найти. Спасибо, Иван Петрович. Я не подведу. Только, Иван Петрович, я сегодня хотела пораньше уйти. Так и иди. Ну, а как же теперь? О твоем назначении через неделю только объявят. Да и что мне передавать тебе, кроме кабинета? О делах компании ты не хуже моего осведомлена. Так что ступай, куда собиралась, пока возможность есть. Потом заботы навалятся, время сложнее найти будет. Ну, а понадобится какая помощь или совет, для тебя я всегда на связи. Спасибо, Иван Петрович. Какая веселая. Что я тебе говорила? Да. Кончилась, кажется, наша вольница. Анна Сергеевна гайки так закрутит, что по свистку будем на обед ходить. Здравствуйте. Полина! Сиди, сиди, я ухожу. А ты чего радостная такая? Есть что-то, о чем я не знаю? Давай после. Не хочу опаздывать. Ань, тут пешком полчаса. А встречу тебя через час. Ты же знаешь мое правило. Приходить на любую встречу за полчаса до назначенного времени. Ну и зануда ты, Ну неужели так трудно рассказать? Если тебе так любопытно, встреть меня у клиники. Сразу обо всем и поговорим. Да не вопрос. Буду. Компьютер выключу, кабинет закрою, ключи заберу. Все, пошла. Пожелай мне удачи. Я уверена, что-то в этот раз 100% получится. Удачи, дорогая. Не беспокойтесь, Анна Сергеевна. Все хорошо. Лечение мы с вами, судя по всему, назначили правильное. Результаты анализов вполне обнадеживающие. Я вам сейчас назначу препараты, будете их принимать. Остальное можно отменить. И милости прошу, через недельку вместе с мужем ко мне. Доктор. Алексей Васильевич, неужели я наконец смогу родить? Что ж это такое? Молодая, здоровая, почему не смочь? Так, только вот слез нам не надо. И стресса, боже упаси, не-не. Ты от радости. Просто я уже на себе крест поставила. Вы меня к жизни вернули. Вы моя последняя надежда. Последняя надежда? Какие глупости. От радости надо радоваться, а не слезы лить. Честное слово, больше не буду. Привет. Ну, судя по твоему сияющему виду, все хорошо? Ты даже себе представить не можешь, насколько. Неужели беременна? Пока нет. Но я обязательно буду. Но это надо отметить. Пошли в нашу кафешку. Оль, я так счастлива. Пойдем. Слушай, ну а как же ты? Если доктор сказал, никаких стрессов, а на тебе теперь такая ответственность. Ну, ты же со мной. Я на тебя очень рассчитываю. Буду тебя рекомендовать на свое место.
Ань, спасибо огромное. Ой, какая изящная вещица. Это? Так, у нас неделя. Дальше дел будет не в проворот. Тебе маму с сыном лучше сюда перевезти. Займись этим прямо сейчас, то потом некогда будет. Слушай, я тут подумала. Сашке там привычнее, жизнь спокойнее. У мамы подружки. Даже не знаю, стоит ли их вообще с места дергать. Ты же сама говорила, там нет врачей. А у мамы сердце, здесь можно обследоваться. Ну и для Сашки здесь гораздо больше возможностей. Ань, у меня сейчас роман намечается. Ну вот перевезу я их, и что? Не самой вечером куда-то выйти, не мужчину к себе пригласить. Я боюсь, что они мне сейчас только мешать будут. Ну как может мешать родной ребенок? Вот сама скоро родишь, тогда и узнаешь. Коля! Коль! Что? Что случилось? Врач сказал, что у нас все получится. Серьезно? Да, у нас получится ребенок. А тебя что, опять в командировку отправляют? Аня, я хотел тебе сказать, что... Ну да что тут говорить. Ой, пользуются твоей безотказностью. Раньше хотя бы раз в месяц. А теперь чуть ли каждую неделю. Нам надо к врачу. Я уже все распланировала. Так. В этот раз на неделю, как обычно? Еще неизвестно. Возможно, придется задержаться. Так, тогда я возьму талончик на конец следующей недели. А вдруг ты успеешь вернуться? Так. Что-то случилось? Да нет, просто замотался. Пойду вещи дособеру. Так. Коля! Коль! Уехал. Утро доброе, Анечка. Куда это Николай в такую рань поехал? Да по работе. А ты как обычно? Ну да. Тогда нам тоже пора, программа утренняя сейчас начнется. У тебя часы проверять можно. Давай, идем, идем, я сказала, идем. Привет. Прости, немножко опоздала. Я там тебе сбросила документы и список дел на предстоящую неделю. Нужно, чтобы к уходу Ивана Петровича все документы были в полном порядке. Все, я уже почти закончила полный финансовый отчет. Сейчас я проверяю и отправляю. Так что за работу. Ань, ну какая же ты все-таки зануда. Нет, чтобы спросить, как у меня дела с Антоном? Антон, это твой новый роман? Да. Ну давай в обед, а? Дело не в проворот. Наши, между прочим, уже в предвкушении. Переживают, что ты им с утра план на весь день составлять будешь. А заодно и на всю пятилетку вперед. Проболталась? Кто я? У нас для этого Верочка есть. Кстати, ты ее собираешься оставлять? Или новую секретаршу подыщешь? Полин. Все, все, поняла. Пошла работать.
Анна Сергеевна? Да. Добрый день, меня зовут Авдеев Сергей Геннадьевич, я следователь. Скажите, пожалуйста, Томин Николай Анатольевич, это ваш муж? Что случилось? Что с ним? Произошел несчастный случай, вы не могли бы сейчас к нам подъехать? Да говорю вам, это не он. Я, правда, дозвониться до него не могу. Но он никак не мог там оказаться. Он еще утром должен был уехать в командировку в область. А потом он очень аккуратный водитель. У него ни одного ДТП за почти 20 лет водительского стажа. Посмотрите, это ваш автомобиль. Мы проверили, он зарегистрирован на вашего мужа. Да, наш. Его же могли угнать. Наверное. Анна Сергеевна, простите меня, пожалуйста, но вам надо взглянуть еще на одно фото. Ошибки здесь быть не может. Документы были при нем. Произошел несчастный случай, случился оползень. Часть трассы обрушилась, и автомобиль упал в обрыв. Так как больше никто не пострадал. Когда вызовете вашу маму? С вами свяжется. Вещи вашего мужа мы вам, разумеется, отдаем. Телефон, к сожалению, найти не удалось. Вот здесь подпишите, пожалуйста. Ручка. Анна Сергеевна. Подпишите. Обещаю, съем все, что там будет. Аня! Аня! Что случилось? Коля! Коля больше нет! Господи, да ты что такое говоришь? Аня! Успокойся, успокойся, девочка моя! Сумку возьми! Не плачь! Ты. Что же это такое? Тихо, тихо! Пойдем! Давай, давай, давай! Сумку с вещами в прихожей оставил. Ага. Ты их разбери потом, они же мокрые. Хорошо. Ну, я пойду. Да, я тебе позвоню. Ань, выпей. Тебе надо успокоиться. Выпей. Как успокоиться? Муж погиб. Ребенка не будет. Пойдем. Пойдем. Тебе нужно полежать. Ну, хочешь, я с тобой останусь? Мне надо устраивать похороны. Мы все сделаем. Я уже всех обзвонила. Иван Петрович обещал помочь. Ложись, дорогая. Так. Я еще отчет не отправила. Мы все отправим. Ложись. Может, выпьешь все-таки? Полинки, как привели, через полчаса. Это то, которое разлепили пленники. Поминки в кафе «Виола» через 30 минут. Анечка, пойдем.
Ты пока побудь дома столько, сколько тебе нужно. Насчет замены тебе на это время не беспокойся. Пойдем. Как она? Плохо. Поговорить не удалось. Да и момент сегодня не тот, конечно. Полина ее пока подменит. Она и сейчас все хлопоты на себя взяла. Ну да. Все как прежде. Может, все же надо было тебе подойти? Нет. Сейчас точно не лучший момент. Да и странно бы выглядело. Мы с Томином надо друг друга не переносили. Ладно. Нет, я позвоню на днях. Руководство распорядилось выдать тебе все, что Николаю полагалось. Ну, там, премия квартальная, отпускные, может. Да, и народ на памятник скидывался. В общем, мы... чем сможем. Спасибо, Витя. Еще у меня к тебе одна просьба. Ты не мог бы узнать, куда в этот раз Колю направили в командировку? Обычно он в Глухов ездил. Тут оказался совсем в другой стране. Командировку? Я узнаю все. Ты куда пропал? Это, по-твоему, нормально? Это не нормально. Я узнаю. Я все узнаю на работе. Ты держись. Если что понадобится, звони мне. Слышишь? Мог бы ей позвонить. Ей было очень плохо. Ты только сейчас это заметил? И это называется друзья? Ну как ты? Нормально. Держись. Держись. Все. Что означала Колькина фраза о том, что нам лучше не знать, как ты нас втихую использовала? Я сейчас не придумывай. Увы, его уже об этом не спросишь. Спасибо, Костя, что пришел. Что-то случилось? Да нет, что-то просто болтали. Костя уже собирается домой. Да, Анют, милая, пора. Ленка дома с детьми зашивается. Ты, может, заскочишь к нам как-нибудь вечером на выходные? Так что заедешь, Ленка обрадуется. Она ж переживает, как ты тут теперь одна. Да я не одна. Меня вот Полина опекает. Я даже не представляю, как я бы сама со всем этим справилась. Ну что ты. Ну да. Ну да. Ну что, не прощаюсь надолго? Лене привет. Вы поссорились? Да нет, ну что, ты с ума сошла? Просто это же Костя. Помнишь, он и раньше ко мне все время цеплялся. Я там все прибрала. Господи, какие у тебя красивые волосы. А о чем вы с Иваном Петровичем говорили? Он сказал, что я могу не спешить выходить на работу. Он что, передумал уходить на пенсию? Не знаю. Не видела, с кем он на кладбище приезжал. Вроде у него в машине кто-то был, и мне показалось. Никак не могу понять, как он там оказался.
Ну, чего уж теперь-то? Может, ляжешь, поспишь? Сергей Геннадьевич. Добрый день. Вы ко мне? Да. Я вот только недавно заметила ключи. Вы их мне по ошибке, наверное, отдали вместе с вещами Николая. Это не наши, не от нашей квартиры. Анна Сергеевна, ошибки здесь быть не может. Я лично доставал ключи из кармана джинс вашего мужа. Простите, мне работать надо. Постойте. У меня к вам большая просьба. Вы не могли бы заказать биллинг звонков Николая в тот день или накануне? Анна Сергеевна, простите меня за грубость, но вам теперь какая разница? То, что случилось, это уже случилось. Всего хорошего. Можешь попросить своего Антона пробить биллинг звонков Николая? Ну, хорошо, я попрошу. Только зачем тебе? Он же адвокат, у него есть наверняка нужные связи. Ну, хорошо, хорошо, не нервничай. Спасибо. Чего там? Биллинг звонков Николая. Зачем тебе зарезу понадобился? Кошмар. Мороз по коже, как представлю, что после твоей смерти кто-то будет ковыряться, ужас. А она его что, и при жизни так контролировала? Да вроде нет. Ну, понятно, она сейчас в шоке. Не знаю, хочет переключиться как-то. Кстати, мы же не договорили. Кто там у него? Не знаю, мужик какой-то. Я когда пришла, они там уже были. Иван Петрович вышел, говорит, не беспокоить. Ну, я там попыталась заглянуть в кабинет, чай, кофе. Прогнал с порога. Ну, ты мужика-то рассмотреть успела? Нет, он спиной стоял. Только пиджак и ботинки. Аня, здесь все, что Николай получить не успел, и то, что коллектив собрал на памятник. Пожалуйста, передай всем, что я очень признательна. Да. Вот я подумала, это, наверное, ваше, ну, от какого-то объекта следователь сказал, что они были у Коли в кармане, а так как он ехал в командировку, я подумала... Слушай. Никакой командировки не было. Николай заявление на отпуск написал. Причем попросил 2 недели, оставшиеся от прошлого года. Этого просто... Этого не может быть. Ну, мы всегда отпуск планировали заранее, и он не бы рассказал. Я сам удивился, что ты не в курсе. Я попросил девчонок заявление сфоткать. Ну, это просто совсем не похоже на Колю. Какое странное чувство. Мне казалось, мы все друг о друге знаем. И у нас нет никаких секретов и полное доверие. А вот, а
вот не стала Колей. Как-то все сразу так непонятно. И... я не понимаю, как мне теперь с этим жить. Не усложняй. Просто жить. Ну, хорошо. А зачем тебе биллинг звонков Николая? А ты уже поговорила с Антоном? Он поможет? Нет, я сейчас не встречаюсь, но я попрошу. Спасибо. Звонит потом тогда. Ну, ты тогда объясни, зачем? Я же должна ему как-то аргументировать. Адвокат, сама понимаешь. Я сегодня поняла, что ничего не знаю про Николая. Не так, чтобы совсем ничего, но все-таки. В его жизни что-то происходило в последнее время. И я очень хочу понять, что именно. Ты его в чем-то подозреваешь? Я не знаю. Ну, прекрати. Не стоит изводить себя понапрасну. А вот и Антон. Может, подвезти тебя? Я еще посижу и потом прогуляюсь. Ну, хорошо. Я тебе позвоню. Здравствуйте. Привет, Полин. У меня, конечно, есть связи в полиции, но не знаю, попробую. Я могу забрать тарелочки? Да, конечно. Да, конечно. Ты мне номер Николая пришли? Спасибо, Антош. Ты у меня замечательный. Я же сказала, что попробую. Обещать ничего не могу. Вот если получится, тогда и будешь благодарить. С удовольствием. Ну, вот тут я и живу. Проходи, располагайся. Чувствую себя как дома. А это кто? А это мой сын, Сашка. 10 лет. А где его отец? Отец его даже не знает, что он отец. Я его для себя родила. Понимаешь, я просто не хочу, чтобы у нас были какие-то тайны друг от друга. А где он сейчас, твой сын? За городом. У мамы. Там и жизнь спокойнее, и воздух свежий. Мама все время дома сидит, так что он под присмотром. Но я езжу туда каждые выходные. Предлагала ему ко мне перебраться. Но он отказался. Говорит, там у него друзья. Поэтому, прости, на этой неделе никак не получится вместе провести выходные. Давно у них не была. Знаешь, навалилось все как-то разом. Смерть Николая, похороны. Удивительно. Ты так обо всех печешься, так за всех переживаешь. Да, переживаю. Понимаешь, я просто хочу, чтобы у всех все было хорошо. Я просто живу. Я не могу, как Анька, все заранее распланировать, выгадать себе что-то. Да и толку от этих планов. Осталась она одна теперь совсем. Аня! Был на кладбище. А я надеялась, что мне привиделось. Только не надо говорить, что ты скорбишь и пришел высказать свое соболезнование. Да, но я по-другому. По другому делу.
Мне нужно принять одно решение. Оно целиком зависит от тебя. Олег, прошло 15 лет. Наверное, тогда ты был не готов, но решение я принимала сама. Ань, тогда ты мне даже шанса не дала. Ну, пусть так. Я не собираюсь спустя 15 лет выяснять, кто прав. Реши, пожалуйста, сам. Ты хотя бы выслушать меня можешь? Я по-прежнему тебя не хочу ни видеть, ни слышать. И искренне надеюсь, это наша последняя встреча. А если не последняя? Анька до встречи с Николаем встречалась с другим парнем. Забеременела. Вроде даже собирались пожениться. Но потом на горизонте замаячил Николай. И, видимо, она решила, что он более выгодная партия. Сделала аборт, но забеременеть после этого так и не смогла. Понятно. Слушай, а что, если биллинг звонков ей нужен для чего-то? Например, шантажировать кого-то собирается. Ну, или еще что-то в этом роде. Да нет, конечно. Просто Анька так устроена. Не сработал один план, нужно срочно придумать другой. Но для начала понять, в чем ошибка. Да. Ну и подруга у тебя. Может, уже сменим тему разговора? С удовольствием. Анна Сергеевна, доброе утро, это Авдеев. Скажите, можем с вами встретиться? Здравствуйте. Я так понимаю, я была права, и ключи вы мне отдали по ошибке? Да нет, я скорее насчет вашей просьбы по поводу биллинга. Давайте пересечемся. Да, конечно. Отпустите. Ну, что бы там ни было. К сожалению, уже ничего не изменить. Меня только за этим позвали? Нет, решил опытом лично поделиться. Знаете, я в свое время решил проследить за женой. Ну, жены у меня больше нет, мы с ней расстались. А хорошо жили. Вот я иногда и думаю, а может, лучше и не знать. Я совершенно уверена, что у Коли не могло быть любовницы, если вы об этом. Не совсем, но я понял, что вы не успокоитесь и рад, что вы так уверены в своем муже. Ну что же, прошу, изучайте. Спасибо. Можно вопрос? Если вы так против, почему помогаете? Анна Сергеевна, представляете, с утра в базе обнаружил запрос на биллинг. Вот как раз по этому самому номеру. Ну, конечно, липовый запрос. Не знаю, кого там подключили. Одного знакомого подруги. Тогда его и благодарите, если что. Аня, здравствуй. Ты все еще пытаешься узнать, куда и зачем Николай сорвался с утра пораньше? Да, такая странность. Понимаешь, вот смотри этот номер. Утром, в день аварии, он никуда не звонил. А накануне звонок именно на этот номер. Он, наверное, корпоративный, но зарегистрирован на Николая. А ты сама позвонить не пробовала? Я позвонила, но там ответил женский голос, и я растерялась. Я не нашла, что сказать. Ну, если это по работе, будет удобнее, если ты пообщаешься. Да. Хорошо. Добрый день.
С кем я разговариваю? Добрый день, Виктор, это вы? Это Люба, я у вас в буфете работала. Любаша, здравствуй. Ну, как ты там? Спасибо, все хорошо. А что-то случилось? Да нет, я случайно набрал, перепутал с одной заказчицей. Но был рад тебя услышать. А, понятно, я тоже. Да, давай, пока-пока. До свидания. Любаша, девчонка, в буфете у нас работала недолго, полгода, может, больше. Ушла в декрет. В буфете? Да. А что ее с Николаем связывает? Да, подружились они. Он над ней подшучивал. Она все грозилась мальчика, если родится, в честь Николая назвать. Все. Ну, а почему номер оформлен на Николая? О чем они могли говорить? Я не знаю. Понимаешь, она приезжая какая-то. Может, паспорт на регистрации. Сим-карту не могла себе купить сама. Можешь мне сказать ее адрес? Ань, я даже фамилии ее не знаю. Любаша или Ваша. Извини. Прости, что ничем не смог помочь. Спасибо, что отозвался. Да, да. Ань, прости, но первое, что приходит в голову, это его любовница. Какая любовница? Она вот-вот должна родить. А на работу устроилась недавно. Или ты мне хочешь сказать, что их роман начался еще до этого? Длился год, а я ничего не замечала? Спасибо. Ань, ну вот ты попробовала. Ничего не узнала. Ну так может и нечего узнавать? Ну, вот так вот судьба распорядилась, и все. Что тут поделаешь? Может, ты и права. Ну, ладно, я пойду. У меня уже обеденный перерыв заканчивается. Зайдешь вечером? Ой, ну, пока не знаю. С Антоном еще не созвонились. Слушай. А может, тебе правда на работу выйти? На людях как-то быстрее в себя придешь. Я еще не решила. Ну ладно, я побегу. Не расстраивайся. Алло, Сергей Геннадьевич. Это снова Томина. А мы можем вечером увидеться? Спасибо. Что такое, Анна Сергеевна? Биллинг не помог, остановиться не получается. Ну, может, вы уже к нам на работу пойдете? Нам такие упорные нужны. Простите. Ну, что у вас? Сергей Геннадьевич, вы можете по меткам геолокации установить, где в эти даты был Николай? Хорошо. Я попробую. Спасибо. У Антона завтра какое-то важное слушание в суде. Так что мы быстренько поели в ресторане и разъехались по домам. Ну, то есть я к тебе. Так ты есть не будешь? Нет. Давай чайку. Давай. Да, я тебе забыла рассказать. Угу. Ко мне вчера Гончаров приезжал. Что, прям сюда? Вот так запросто? Как ни в чем не бывало? На улице ждал. И что он хотел? Тарелку дай. Хотел поговорить, но не вышел. И о чем он хотел поговорить? Не знаю. Я не стала его слушать. А потом подумала, как он мог узнать про Николая? Ты обзванивала однокурсников. Неужели ты ему тоже позвонила? Ань, да ты что, с ума сошла? У меня даже номера его нет. И даже если был, уж ему бы я точно звонить не стала.
Как тебе такое в голову могло прийти? Прости. С головой правда беда, не отключается. Все хочет разложить по полочкам, а информации ноль. Может, мне правда выйти на работу? Ну, конечно. А то скоро совсем спятишь в четырех стенах. Да, Сергей Геннадьевич? Да, конечно, буду. Доброе утро. Здравствуйте. Прошу. Ответ на запрос по геолокации телефона вашего мужа. Ну, тут везде геолокация отключена. В том-то и дело. Ну, как раз в те дни, когда он в командировку уезжал, он зачем-то предусмотрительно отключал эту опцию в телефоне. Ну что, я надеюсь, что это финал вашего расследования. Видимо, да. Подождите. А вот это что за адрес? Ну, так проще было запрос составлять. В начале года было. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Было бы за что. Ну, удачи вам. Алло, Полин, я сегодня на работу не выйду. Что, голос такой? Да, появилась кое-какая информация. После расскажу. Анька опять что-то придумала. На работу сегодня не придет. Ну, может, оно и к лучшему. Это почему? Потому что вот. Иван Петрович попросил приказ составить. Еще не завизировал. Смотри. Назначить Гончарова Олега Владимировича исполняющим обязанности директора. Спасибо, что предупредила, Верочка. Полин, ты что, его знаешь? К сожалению, да. Простите, пожалуйста, дом 8, корпус 3. Вы не подскажете, где я никак не могу найти? Его никто не может найти. Вот сюда, в арку направо. Подождите, пожалуйста. О, если ты мне какие лекарства хочешь чудодейственные предлагать, то иди себе мимо. Я уже раз обманулась, больше не поведусь. Нет-нет, я спросить. Вы вот этого человека здесь не встречали? Так это ж Коля. Колька, они с женой у моей соседки квартиру снимают. Чего ж я не встречала? Встречала. По командировкам часто ездит. Денег-то надо заработать. Жена в декрете, скоро ребеночек будет. Ой, сколько понадобится денег-то?